Сейчас прибыль, да, конечно. Вот, вот он, вот. Конечно, готовился. Чувствуется, тренировка для спортсмена важна. Важна, да, важна. Готовится. Да, 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 да. Теорию повторяет, там, вот это все. Без Б. Нормально. Да? Ну что там? Все, все это время. Да наверняка ничего хорошего. Thank you.
А то Ира уже здесь прям. Что, ремонт, ремонт? Thank you.
Да я вообще ползал, просто поздно. Вот это поздно. Длинные валанчики влезут. Как ни странно. А, эти не влезут, да. А может и влезут. Ну это попробуйте. Попробуйте, кстати. Интересно. Так что в мой влезают. Валанчик. Я уже все переложил. Не-не, ну да, да, чего специализированный. Короткие влезают точно. Ну, обычно. Я имею в виду. То есть где 12 штук. Где 15, вот не знаю. 15, наверное, не влезет. Хотя я говорю, что у меня влезают. Не, вот эта внизу штука удобная для кроссовок. Да, для кроссовок. Сюда всякую фигню положить. Это отличная идея. Удобно. Мне здесь карманы не очень нравятся, честно говоря, боковые. Для мелочи сделаны. А мне вот больше нравится, когда растягивают. Такая вот она раскрыла. Ну да, можно какой-то. Такой. Я, как у меня, обычно и больше нравятся растяжки. Ну, клёвые. Если надо, я завтра вышлю. Я во вторник. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Олег, предпоследний удар тебе нужно было вот как раз туда уйти, а Диме вперед. Go!
Thank you.
900... Давайте лучше посмотрю. 916, по-моему, 651. 26-15. Да. 8-916, такой он, побитый жизнью. Побитый жизнью такой. Блин, тяжелый. Вот чехол выделяется. Мне нравится. Не так он это. Он у меня розовый. Мне ж по наследству достался. Что делать? Поэтому вот видите, как бы... Там набрали в команду, вот так можно было досуг проверять.
еще кому-то проигрывать умудрялись. Как вот это вообще не понимаю. Там не такая, да, поверили в Грише. Дима нас спарит, да? А? Да. Дима. Дима с Димой против Яши с Димой. Давай, как ты хочешь, не микс, а пара. Поехали. Дима с Димой. Вот такие сегодня сваты. Thank you.
Тренируемся чуть-чуть.
Вы все? Давай, давай. Я. Один раз. А что там? Сингл, давайте. Я вот еще надо попробовать, попробовать. Может, и с Татьяной одиночкой, если что. Я побегал в концерт. Я шукал, возможность побегать по всей площадке. Ну, вообще, девочка, естественно, это не носит. Ну, вот сейчас Татьяна пойдет, как бы. Второй вопрос. Но работать. Там тоже надо фиксировать. Нужно даже расходиться на сетке правильно, а не стоять все время у сетки. То есть как только на сетке. Надо расходиться. А чаще, по большому счету, в парах отличается от там то же самое. Где должен быть? Где должен быть? Давайте единственное, чем отличается мистер пар, это он когда в первый день так стоят, подача, прием, подача. Когда мы достаем, то вместе стоит сразу на подачу. Но мальчик дает наверх, отходит от сетки, если ты говорил, что делал Олег, давал наверх, сам оставался на сетке. А вы должны были ответить в голову. Что хотел? Нет, когда подачу он подает. Так он бывало, так он бывало. Значит, можно очень больно получить смешивать на сетке. Ну, то есть нельзя там стоять. О, не успеете. Не хватит реакции. Да, Татьяна? Микс от пары, по большому счету, только стойки вначале отличаются. Ну вот так, глобально. Ну и плюс, все-таки задний круг, больше атак. Потому что стойки. А, не откидывать. Да, меньше откидывать. Меньше откидывать, чтобы все время было так. Не убирать или оставить волосы? Да можно убирать уже, нам одного валанчика хватит. Да и они там, я чувствую, сейчас типа тоже не хочет убрать. Нет, давайте вы догоните, он сегодня халявит. Что это? Про любимого мужа, да? Да бейте его! Ну, у них молодая, по сути. Да, халяв, наверное, не вымыл посуду, я чувствую. Говорю, что ты еще не сделала? Не знаю, что это Вован, короче. Вот это что? Да, наверное, Вован. Не знаю, как это нравится. Все. Всем до свидания. Все, до свидания. Рад вас видеть. Надо чаще посещать тренировки. Все же начиналось хорошо. Я видел. О, это хорошо было. Здесь тяжело что-либо сказать. Слушайте, вы победили Гришу после. Он был счастливым, был первую ночь, когда мы доиграли. Он играл последний решающий просто нам. А-а-а. И он там выиграл, ну, из пяти, ну, из всех. Вернее, из четырех подошел. А, до большого тенниса дошли? Да, 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 он. Ну, то есть, как бы, у них там было, в принципе. Ну, он выходил, ему надо было шоссечку просто набрать побольше. И он просто, понимаете, по ночи уже никто ничего не хочет. Хотя все, быстрее награждение и спать. Гриша начинает рассказывать, там, ну, да, делаешь, что-то. Гриш, ты классный.
Ну, спать. Давай, давай, спать. Ну, первую ночь. Очень тяжело уже после вот 11.30. Я говорю, что в 11.30. Нет, после 11. Ну, там в 11 еще хоть как-то более-менее. 11.15 еще как-то. А вот в 11.30 прям такой взвод начинается. Даже, да. Были же, я же говорил, у нас тренировки были с 10 до 12. Ну, недолго продлились. Да что все сдохли, наверное, да? Все сказали, а как раз вот Лев был, вот эти вот, которые здесь играют, Рудумовский. Рудумовский. Ну, он настольно играет. Такой вот. Не знаю, как это. Мастер Плюс здесь играет, постоянно, столиком баран. Вот. У которого зал свой в Питере. Настольный теннис и бадминтон. Ну, кстати, не видно там. Как раз вот эта вот компания. А вы, наверное, не видите, да? Не, не. Я, наверное, здесь не вижу. Да. Ну, вот мы с Олегом с ними играем во вторник. Нормально. Ну, да как у Олега. А вы с ним что, пару играете? Да. С Димой по понедельникам. Каждый понедельник. С ним в чайке. Яша каждый день гоняет. Яша гоняет каждый день. Каждый. Каждый. Every day. Каждый день я его вижу. Понедельник был? Был в чайке. Вот. Во вторник здесь был? Был. Среда. Опять сегодня. Среда я его вижу. Четверг, я уверен, что завтра мы встретимся в чайке. А я сейчас посмотрю этот чат. А, еще и настольный теннис. Да? Мы же завтра тоже увидимся в чайке. Очень мало, всего 6 раз в неделю. Пойдем смотреть. А какой ваш счет? Привет. Чуть-чуть. Кусок далекий памяти хранит. Чуть-чуть. Сегодня такое. У меня сегодня такая лайт тренировка. Игровая сегодня. Так это называется, мама. Причем в начале. Да. В начале все хорошо было, более или менее. Потом чуть-чуть добило, все. То есть ничего нет. Я Ире пишу, Ира, левый задний, поехали, типа, что вы там делаете? Ира такая, левый задний, смотрю так, типа, и тут все туда просто. Вторую партию, все туда. Так, ровный счет до 10, такой прям ровный-ровный, там что-то 10-10, 11-10, что-то вот такое вот было. А потом опять сорвался? Потом опять сорвался, да. Ну, это универсальный. По линии. Ну, то есть ты потом разыгрываешь на площадке, но как только у тебя выпадает какая-то возможность, ты тут же туда забрасываешь. Потому что количество ошибок, конечно, колоссальное. Тяжелый. Да? Даже у профессионалов, казалось бы. Знаешь, куда играть в одиночке, левый задний. Ну, против меня, против Левшей в этом плане... Все, то же самое. Ну, то есть, под неудобно. Ага. Под удобно тоже нормально. О, да, потому что, ну, профессионалы, по сути, на тренировании это тупо. То есть, оттуда, от левого. Ага. И, ну, как бы, влево, да, вам в диагональ летит долго. А-а-а. А так все под право летит, все нормально. Нет, я к тому, что наоборот, мне под лев... А какая разница, мне-то прилетает обратно, под право в основном. А-а-а. Хорошо, Олег. А в закрытую сторону мне будет лететь долго, у меня будет время. Ну,
это не помогает вообще. Нет. Наоборот, это как раз только этому и помогает. Сбивать помогает. Помогает держать баланс. Держит. Это не столько помогает даже вот забивать. Ну да, я говорю, количество ошибок. Выиграли время просто. Ну да, то есть ты держишь, начинаешь в игру втягиваться. Вот. Тебе очень тяжело тебе забить становится. То есть тяжелее, потому что я говорю, что здесь правая, долго все. А диагональ влево долго летит. И время. Давай. Все, со мной подключу. Сейчас, сейчас. Ай, не долетел, Thank you.
выйти и добить. Раньше выйти и добить. Thank you.